Вот представьте себе, если бы вы оказались на необитаемом острове и могли бы взять с собой только один компакт-диск или бобину только с одной песней, в общем, одну песню, вот на всю жизнь, так сказать, оставшуюся, какую бы песню вы бы взяли? Ни одной. Вообще? Я думаю, мне так надоело, или еще на острове их слушать. Нет, ни себя, ни других. Я хотел выкрутиться, сказать, чтобы я записал бы «Тишину», но любая замечательная, удивительная, гениальная песня сведет с ума просто. А, то есть тоже ничего. Ну, лучше на острове сойти с ума, чтобы в голове играли песни, которые я знаю. Тоже определенная...